Больше 300 школ, детских садов и стадионов уже до конца года планируют открыть в Украине. Эти объекты должны быть построены или капитально отремонтированы в рамках национальной программы «Большое строительство». Об этом рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Планируют также построить и подлатать 4000 километров дорог. На «Большое строительство» из госбюджета выделили почти 5 миллиардов гривен, а работу получили 190 тысяч людей. Министр отметил, что эпидемия замедлила работу, но большую часть объектов должны успеть закончить. Чтобы контролировать качество и сроки выполнения программы, в областях планируют создать мобильные группы. Контроль за виконанням строків великого будівництва покладено на місцеві органи влади, а саме голів обласних державних адміністрацій. Головна задача очільників областей – це вчасна координація роботи на місцях та дотримання термінів та якості будівництва. Важливо постійно проводити відповідну роботу, щоб вже 1 вересня школи, які мають бути здані до нового навчального року, відкрились.